Ludza, Zilupē, Preili, Kraslava, Ilūkste, Daugavpils, Indra, Rezekne, Karsava, Malta. Латгальская студия. На латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Сегодня я нахожусь в латгальском зоосаде в Даугавпилсе, а мой гость – биолог Михаил Пупинш, с которым я поговорю об инвазивных животных, то есть тех видах фауны, которые являются неестественными для наших краев. Практически каждый год появляется информация о различных видах, которых заметили в Латвии. Но и есть такие, которые живут рядом с нами десятилетиями. И для многих они кажутся неотъемлемой частью местного биоразнообразия. В общей сложности в Латвии сейчас насчитывается не менее полусотни пришельцев. Это без учета чужих для латвийских земель растений. Один из таких примеров – рыба ротан. Его родина – Дальний Восток. Но за последние десятилетия этот водный вид основательно прописался в местных водоемах. И часто во многом благодаря людям. Об особенностях ротана и других инвазивных видах Латгалии и Латвии, о многочисленных взаимосвязях и поговорим сегодня с Михаилом Пупиншем. Периодически вы еще будете слышать еще одного гостя. Это попугай Жако по кличке Чу, который на протяжении всей беседы также оставлял свои комментарии. Латгальская студия. На латвийском радио 4. Михаил, сегодня мы поговорим о таком виде рыбы, как ротан. Для многих, и для меня тоже, он воспринимается как некий местный вид, который мы всегда встречали еще с детских лет, постоянный объект тоже такой ловли, чтобы потом отдать обычно там на корм коту. Но относительно недавно узнал, что это совершенно чужой для наших окрестностей вид, и практически ну, плюс-минус около 100 лет он постепенно завоевывает вот наши водоемы в целом в странах Балтии, если говорить об этой ну, ареале обитания. Для начала, может, для ознакомления, что вы можете сказать, что известно о том, как он здесь появился и какую проблему может создать или уже создает? Конечно, я, как в основном герпетолог, буду в основном говорить о герпетологической составляющей проблемы, то есть, конечно, в основном проблема, которую он создает, ну и для других видов, но в том числе и для наших любимых рептилий. То есть, поскольку я интересуюсь ими, я смотрю через такое увеличительное стекло на этого ротана, которое называется амфибии рептилии. Да, Сергей, на самом деле все уже привыкли к ротану, как ко многим другим инвазивным видам, к кентовидным собакам, например, да, то есть все к ним привыкли, кажется, так и должно быть, но на самом деле нет. То есть рыба эта в Латвии не местная, она пришла к нам с Дальнего Востока, где она тоже распространяет свой ареал, да, она тоже там инвазивная во многих уже местах, где ее раньше не было, она распространяет свой ареал, появляясь в новых местах, и, как говорят мои коллеги, это их исследование. Там она выедает мальков рыб, полностью выедает земноводных личинок, да, потому что он такой специалист по охоте за маленькими объектами, он малоподвижен, поджидает и спокойно скрывается в траве, где обычно прячутся головастики, да, земноводных. Ну и кроме этого, он в целом, он еще, все забывают об этом влиянии, но никто не думает о том, что рыба – это не просто рыба, она обычно автобус с паразитами. То есть любой инвазивный вид приходит к нам не один, он приходит со своими друзьями. Обычно у паразита эти, то есть являются для него естественными, он к ним привык, то есть эволюционно он к ним готов. Но многие местные виды не готовы к таким паразитам, и это помогает ему завоевать новые какие-то ниши. Ротан у нас появился сравнительно давно, хотя для вида это очень немного. Официально опубликовано несколько дат его появления, но я его начинал, первые мои ротаны, которых я поймал, это было вот в двух кварталах отсюда, где мы сидим в зоосаде, это было в пруду напротив университета. Я тогда учился, наверное, классе в седьмом. Это я поймал. Плюс-минус какие годы мы можем говорить? Ох, сколько мне уже лет? 60-е, 70-е. Ну, в 62-м я родился.
сложность математики, я где-то плюс-минус 70-е годы. Да, в нескольких публикациях отмечено тоже, то есть потом оно стало официально, но я помню вот это свое удивление от поимки необычной рыбы, совершенно фантастическое, я еще был аквариумист, то есть выглядит она вау. То есть для того времени это еще было неестественно. Я не знал, что это, то есть я установил потом по определителям, ну и когда я стал студентом, я рассказал об этих тоже ротанах, о поимках уже в университете. Сначала лаборантом, потом преподавателем. То есть совершенно была экзотическая рыба в то время. Она была классная. Дома у меня они жили, размножались в аквариуме. То есть самец откладывает икру, в это время становится такой синий, яркий, такой мощный, черный, да, просто очень вау, почти как тропические рыбы. То есть в целом рыба привлекательная для аквариумистов, и вроде бы как они в основном ее распространяли сначала. Первые ротаны, откуда в Латвии появились, не знает никто. Это комментирует, да, мой коллега пернатый здесь у меня за спиной. На самом деле он вырос в свое время кормленный из бутылочки. Он Маугли наоборот, да, это серый жак. Чу. Он считает, что он человек, поэтому он Маугли наоборот. Вот Маугли считал себя волком, а он человек. То есть его приютила человеческая стая. Да, вырастила человеческая стая полностью совершенно из только что проклюнувшегося до птенчика. Вырастила полностью. Поэтому он будет иногда включаться в разговор. Ну, сори, извиняюсь. Ну, он придаст яркости нашей беседе. Если же говорить о ротанах. Вот, ротаны. То есть ротаны в мире есть несколько версий, как они распространяются и появились. В свое время мы участвовали в широкомасштабном первом таком генетическом исследовании ротанов, где исследовали их происхождение. То есть смотрели, в каких местах, какие генотипы ротанов встречаются, чтобы провести вектора, откуда он попал. В общем, в Латвию он попал неизвестно откуда. То есть для всех ротанов эти линии достаточно четко прослеживаются. В Латвии есть ротаны, линии которых не прослеживаются нигде, в том числе и в родных им местах, в которых они обитают. Карты я вам показать не могу, но это выглядит очень интересно. То есть, возможно, то есть у нас такие есть гены ротанов, такие генетические линии, которых нигде в Европе и даже в естественном ареале просто нет. То есть они в какой-то момент где-то оборвались. Вероятно, предположение есть, что, возможно, те популяции вымерли уже у себя, где они обитали, но они продолжили существовать здесь. То есть, вполне возможно, что есть два пути распространения ротанов, как решили генетики, с которыми в соавторстве тогда писали эту статью. То есть, один – это южный и всем известный, это когда ротан в основном распространялся вместе с тропическими, тропическими, теми же дальневосточными видами, да? Это амур. Это толстолобики. С этой культурой попадали ротаны, потому что на самом деле, когда пересылают десятки тысяч мальков, никто там не найдет внутри маленьких мальчиков ротана. Это невозможно практически, особенно в то время. Но наш путь, возможно, был другим. И мы, возможно, получили своего ротана, вероятнее всего, из Ленинграда тогдашнего. Туда был известен привоз ротанов. Местные биологи после экспедиции зачем-то решили привезти ротанов. И после того, как они их подержали в аквариуме, наверное, им надоели. Это было много лет назад, в те еще годы. Они зачем-то выпустили в свой пруд по университету. Делать этого, конечно, не стоит. То есть, возможно, к нам пошла вот эта северная ветка, и тут они где-то встречаются примерно в Балтии, эти две ветки. Вроде бы, если так подумать с обывательской точки зрения, пруд – это замкнутая система, это же не река, как он, куда он уплывет. Да. Они естественным путем или вымрут, или будут жить в этом своем водоемчике. Да. Но нет. Да, но нет, да. На самом деле, в мире очень много исследований по ротану, потому что это очень, во-первых, актуальный вид, да, он сильно угнетает местные виды. Во-вторых, он хорошая модель инвазивного вида. И в-третьих, у него действительно уникальные способности приспосабливаться, да, адаптироваться к какой-то среде. Поэтому, говоря о том, что ротан попал в пруд, и все, он там остался навсегда, и все в порядке, ног-то у него нету, не стоит забывать, что один из главных векторов – это добрые люди и друзья природы. Добрые люди и друзья природы, они очень-очень распространяют ротаны. Мы это узнали, мы просто проводили специальные исследования. Во-первых, ротаны когда-то продавали даже на ССКОМ. Не знаю, как сейчас. То есть вы заходите туда, купить рыбных мальков, и там среди прочих рыб, там всяких карасей, карпов, были ротаны. Чтобы для пруда запустить, зарыбление произвести. Зарыбление, хорошее слово есть. Зарыбление пруда. Поэтому даже так можно было приобрести ротанов как-то совсем дешево. По-моему, 5 евро пол ведра как-то. Недорого. Многие люди покупали и распространяли. Кроме этого, это же проводилось и трансгранично. У нас мы провели исследования, похожие объявления были даже в Литве. Обычно у этих объявлений еще там, некий рекламный какой-то текст, где говорится, ротаны – это круто, не обращайте внимания ни на кого, берите, покупайте, мы вас ждем. В общем, надо брать. Приходите к нам, да, за 4,99, только сегодня, со скидкой. К сожалению, конечно, это
выглядит как бы так смешно. Как это люди вообще такие вещи не поймут? На самом деле эта штука работала, потому что покупок было много, как мы узнали. То есть люди покупали, распространяли ротаны у себя по прудам. То есть это мощный вектор. Второй вектор был, ну, того же самого зарубления. Да? Вы знаете, что в Латвии вообще очень популярно, если у вас есть дом свой, рядом должен быть свой пруд. Это на 99%. То есть человек построил дом, первое, что он делает, закапывает пруд или наоборот. Ну, так у нас принято. Это нормальная ментальность, это очень хорошо. Да? Должен быть свой прудик. Это очень хорошо для всех животных. Для амфибий, вот мы сейчас проводим мониторинг амфибий, там примерно половина латвийских амфибий живет вот в таких прудах. Размножается. И очень хорошо. И охраняем их редко, все замечательно. То есть человек искусственно выкопал пруд и сформируется уже естественным путем вот эта экосистема. Да, совершенно верно. Ну, это он, я думаю, может быть, как-то неосознанно компенсирует то, что он измелиорировал, уничтожил огромное количество на полях естественных прудов, возможно, и болот. Да? Но при этом обязательно почти на 90% туда запускается рыба, что не является совершенно естественным. У рыбы нет ног, поэтому попасть в водоемы, не граничащие с другими, она может только при помощи кого-то. Основной это человек, и тоже, когда, вот как вы говорите, зарыбляет, человек приносит себе ведро карасиков, и невозможно заметить, где там среди них спрятался ротан. Малек, маленький и так далее, просто это очень трудно сделать. Это тоже просто вот нет гарантии, условно говоря, вот в этом даже полведре совершенно. Человеку святой совершенно. Уверенности, что вот он карасей туда запускает, а вот там да. один-два проскочит нелегала. И этого хватит, да, и этого хватит. Вот такое, то есть такое может быть. Ну и совсем недавно были еще исследования. Еще работают, конечно, рыболовы. Ротан, они мучают ротана, что, в принципе, уменьшая его численность в природе, что хорошо, да, в прудах. Отлавливают, как живца, то есть он очень живуч, но он часто сходит с крючка, он такая рыба. Ну и потом, когда он остается, мы говорили тоже с рыболовами, многие его там же на месте выпускают или в соседний пруд. Чтобы был живец, не надо было везти за 20 километров. Но ротану... То есть ротану это выгодно, к сожалению. Вот так он распространяется по всей Латвии. Ну и совсем недавно была опубликована наконец-то статья, что на самом деле теоретически ротана в том числе могут распространять, например, птицы. На самом деле это было первое такое исследование, мне очень понравилось, очень интересно сделано, хороший дизайн исследования, в серьезном издании опубликовано международном. То есть когда утки едят икру с эмбрионами, не все они перевариваются. То есть, если корма достаточно много, в пищевых комках эмбрионы сохраняются, и когда утка какает в другом пруду, то есть она поела в этом, улетела за 5 километров, покакала в другом, некоторые эмбрионы выживают. То есть, теоретически такой путь тоже нельзя исключить. То есть, внутри. Снаружи ходили слухи, но я не знаю ни одного, где бы нашли реальный икру, вот реально, с доказательством и так далее, там, налепленную на лапах. Ну, высыхает достаточно быстро, может, где-то в перьях, но это теории. Ну, в общем, вариантов, на практике чтобы распространиться, внутри, в принципе, хватает. В общем, хватает вариантов, пруд... но главный вектор – это люди. Мы случайно нашли пару ребят, например, у нас в Даугавпилсе, которые в свое время возили нелегалом, зачем-то выпускали ротаны в Беларуси в озера. Тоже рыболовы, друзья природы, охотники. Зачем они это делали, мне понятно не было. Это было найдено несколько назад лет. Вот ребята просто в 3-литровой банке, в багажнике зачем-то возили. То есть людям почему-то нравится распространять. Но ротан распространяется очень быстро, особенно он использует для этого еще паводки, ручьи, да, когда он начинает плыть в тех местах, где, казалось бы, не могло быть. И ротан такая рыба, которая выживает там, где, в принципе, хищников быть не должно. В тех прудах, в которых он живет, да, это мелкие, прогреваемые солнцем, плохим составом воды, да, с низким количеством кислорода, вымерзающие бывают зимой. То есть никто другой там не выживает. Хищников там нету. Максимум какой-то карась, но хищников нет. Ротан там выживает. Причем даже при померзании он делает вокруг себя маленький аквариум во льду, в котором он и сидит, в этом аквариуме. То есть самые отвратительные условия для него, в принципе, вполне благоприятные. Ну, относительно, скажем вот, так. Вот, вы совершенно правы, Сергей, конечно. И поэтому эволюционно к нему не готовы ни вот эти головастики, ни личинки тритонов. То есть не ожидали, что там, где нету такого специализированного хищника, он бах, вдруг появляется. Поэтому влияние его в больших водоемах обычно почти незаметно, поэтому те, кто исследует жизнь больших водоемов, это влияние минимально. Там его придавливают местные хищники, которые охотятся тоже на него и друг на друга. Вообще ротан вырастает вот примерно такой вот. Это где-то сантиметров 20-25? Мы ловили таких ротанов. Вот такая спина у него такая. То есть это не совсем маленькая рыбка, как все привыкли думать. То есть он такой. Ну да, все в основном видели таких, ну, до 5 сантиметров, да, мелочь. Да, да. Но тут такие. К нам приезжали, у нас несколько проектов по ротану было. К нам приезжали ребята из Украины. Когда они наших ротанов видели, сказали: вау, о-о-о. Ну, там у них такие вообще несерьезные. Но наши им понравились, да. Исследуют. Ну, вот когда мы паразитов исследовали, ротанов и генетику тоже. Латгальская студия.
на Латвийском радио 4. Продолжаем программу «Латгальская студия», в которой рассказываем об инвазивных видах животных вместе с биологом и директором Латгальского зоосада в Даугавпилсе Михаилом Пупиншем. Насколько я помню, поправите там пару лет назад, вот было одно из активных исследований по поводу того, как они ротаны распространяются вот в местных водоемах Латгалии. Что, может быть, вот это исследование показало, что вы увидели? На самом деле, я примерно уже сказал главные пути. То есть основной путь, как мы поняли, это человек. Вот а это, вот текущая ситуация, как говорится, что мы видим, насколько это критично, и практически в каждом водоеме мы видим этого ротана. Мы ездили по всей Латвии, у нас были исследования по распространению ротана, проекты делали, ну и сейчас мы тоже ездим. Я вот с вами сейчас поговорю, если мне поменяют стекло, то я уже через несколько дней поеду по Латвии. В этом году тоже обследовать примерно 2500-3000 прудов. Мы их обследуем на предмет проживания там личинок тритонов, но ловится за одной ротан, мы его тоже отмечаем. Вот примерно половина Латвии им уже перекрыта. От Риги и вниз, вот эта половина наша, восточная, уже им перекрыта. То есть ротан практически живет везде, но в больших озерах его очень трудно найти и поймать, он там скрытен. А вот в маленьких водоемах, когда он туда попадает, бах, там его пик. У меня бывали случаи, когда один раз, черпнув с очком, там 44 ротана находишь, да? Но они разного размера, разного калибра, просто. То есть такая плотность обитания просто может плотность быть? Плотность очень высокая, особенно это в первые годы. Потом постепенно он находит своих паразитов, кто-то начинает на нем специализироваться, но первый год это такой бум, он просто может всех выесть там. Вот поэтому человек – первый фактор распространения его, к сожалению, да? Второй фактор очень мощный, тоже бывает такой, это ребят не замечают. Это когда, например, делают новый пруд и туда привозят болотные водные растения из других прудов и озер. Ну, чтобы росло. Да, в принципе, это правильно и хорошо, когда пруд на новом месте. Но в это время кого там привезли, неизвестно. Среди них запросто может быть вот кучка ротанов маленьких, которые спрятались. Следующий, как я говорил, уже такой мощный фактор – это рыболовы. Ну и сейчас подключился мощный фактор – это расселение рыбы, продажа ее, да. Причем ребята везут из Польши эту рыбу, которая уже может быть с ротаном, да, и они могут везти оттуда северных районов. Поэтому вот эти все мощные четыре вектора таких могучих, они между собой коррелируют. Ну и не забывайте о том, что он сам один хорошо распространяется. Сейчас, кстати, в Латвии, вот мы говорим с вами про ротана, но вообще в Латвии есть еще новые инвазивные виды бычков, а идут к нам совсем близко еще, по-моему, 6 штук. Вот с Черного моря к нам идут по рекам. Да, они уже вот стучатся в двери, некоторых уже ловят в Латвии, ну, в море, в нашем море ловят и много. Сейчас, правда, уловы уже стали падать, потому что обычно первая волна инвазивного вида, потом он тихонечко спадает, на него начинает кто-то уже охотиться. Но вообще 6 видов еще похожих внешне на ротана, некоторых даже трудно отличить простому человеку, уже стучатся в двери Латвии и там как там... Скоро ли откроют? Но опять же закономерный вопрос. Ну, а в чем беда? Они как бы сами пришли. Вот разнообразие рыбное теперь у нас, вида разнообразия вроде... Ну, все звучит наоборот, очень классно и положительно. Да, если говорится разнообразие, как о количестве видов. То есть это происходит тогда, конечно, оно увеличивается, как количество видов. Но если говорить о местном разнообразии, вот которое эволюционно сложилось, то оно, конечно, падает. Если мы говорим вообще разнообразие, конечно, чем больше видов обитает, тогда вау, это здорово. Как в Австралии, да, там ребята просто удивительно, что у них там происходит, сколько у них там новых видов. Но иногда это делают и биологи, да. Иногда это делают биологи, знаю одного парня, но знал, читал о нем. Орнитолог, который хотел, чтобы у него, по-моему, все-таки, наверное, в Штатах это был. Хотел, чтобы вокруг дома, где он купил себе землю, жили все те же птицы, что жили у него в Англии. Вот он их всех привозил, выпускал и там создавал популяции. Делать такого, конечно, нельзя ни в коем случае. Поэтому, с одной стороны, разнообразие – это хорошо, но если это нативное разнообразие, если нет, ну, сори, тогда производят некоторые изменения в этой самой экосистеме. То есть, получается, угроза уже вот местным системам. Ну, конечно, уже назад эти часы повернуть нельзя, что получится, то получится, потому что, когда инвазивный вид попал в природу, назад его добыть практически нереально вообще никогда. Все. То есть, поэтому, к сожалению, помимо всех видов загрязнения, о которых все говорят, человек еще производит сильное эволюционное загрязнение. То есть, мы ломаем мир последующих поколений. А вот как много часто встречаются люди, которые действительно мыслили такими категориями? Я понимаю, вот вы биолог, то есть вот эта среда биологов, которые понимают эти процессы, как они влияют, но, ну, наверное, мало людей задумывается о том, что выпустив ротана, черепашку, птицу, они вот сломают эти процессы эволюции, естественный ее ход. На самом деле, что меня радует, последние годы таких людей, которые стали это понимать, стало больше.
на самом деле, честно говоря, вот если меня сейчас кто-то там слышит, спасибо им большое, потому что нам тоже звонят ребята, владельцы там земли, озер и так далее, которые задают вопросы, и которые вот эти вопросы поднимаются. А нужно ли выпускать и что делать, если вдруг нашел, да, вот такого зверя. Поэтому в последние годы, на самом деле, благодаря вашей в том числе работе, да, вот такой просветительской журналистов, что очень важно, да, что очень важно, на самом деле, такое ощущение, что вектор пошел в правильную сторону в последние годы. То есть люди стали настораживаться перед тем, как это делать. Мне тоже звонят, спрашивают, как выкопать пруд, например, чтобы ротан не попал сам. Что там делать, если он уже в пруду появился? Вот пропали, например, там лягушки. Надо ли что-то сделать и как? То есть народ, в принципе, это очень хорошо. Ну, люди уже задумываются. Я же тоже, на самом деле, у меня тоже есть пруды. Да, возле дома в одном живет ротан, других нету. То есть я такой же человек, как и все. Ну, то есть мы начинаем задумываться, это очень хорошо и позитивно. С другой стороны, вот мы с вами говорим про ротана, пару дней назад нашли там новую черепаху, опять же, возле нашей крепости, тропическую выпущенную. Значит, кто-то продолжает выпускать их в природу, полагая, что, ну, вот черепахе будет там гораздо лучше. Ну, а может, им просто надоело держать ее дома. Такое тоже бывает, черепахи быстро растут. То есть, в принципе, вот вектор, я бы сказал, такой позитивный, честно. А что делать в итоге, если, ну, вот именно сфокусироваться на ротанах? Насколько я помню, тоже в одном из ваших проектов там было чуть ли не, чтобы люди приносили их, показывали, чтобы вы какие-то анализы делали. Вот насколько была отзывчивость высокая, каким результатом вы пришли? Ну, вообще работаем комплексно, в очень разных направлениях. И мы там точечно работаем, точечная активность, когда сам процесс идет, но точечная активность в разных направлениях, потому что, ну, борьба с инвазивными видами – одно из наших главных направлений, с теми, которые мешают нашим редким. Ротан в их числе. Поэтому сейчас мы работаем в нескольких проектах, проходят вот эти составляющие, ну и в том числе в нескольких работах, которые направлены на широкую публику. Вот как я уже говорил, с 1 по 4 произойдет семинар здесь в Латвии, где будет обсуждаться семинар проекта МСР, очень известного в Европе, который финансирует Biodiversa фонд, Европейское Содружество, весь Союз, да, проект, которым руководят французы из МСР, Жан-Ив Жорж, очень известный исследователь в Европе и в мире, очень известный, очень серьезный, да, который приедет. То есть там тоже внутри, например, есть одна из активностей, которая касается нас, Латвии, мы в ней работаем. Вот это есть активность, касающаяся инвазивных видов в основном. Мы их тут изучаем в Латвии. Кроме этого, есть другие активности, где мы тоже работаем. Это, например, активности, связанные с citizen science, как ее назвать, я даже не знаю. Гражданская наука, что ли. Наука для каждого. Это когда все когда люди... включен человек, который, ну, скажем так, он не связан с этой биологической комьюнити, точно, но он может свою вот эту гражданскую позицию, скажем так, добровольно или вот, порыв души. Это очень важно на самом деле, потому что ученый везде успеть не может. И основные находки инвазивных видов, в том числе ротана, особенно первые, когда его еще мало, это вот случайно повезло кому-то, рыболову, просто чистил пруд, проходил мимо, цапля пролетела мимо и с клюва выпала. Вот мы как раз работаем с этим, с ранними находками. Мы сейчас, вот мы с вами говорим, а на самом деле в данный момент мы еще делаем приложение искусственным интеллектом, которое будет, например, руководить вот этим, проводить гид с искусственным интеллектом Реджа, который будет водить по вот этому болотному парку за нашей спиной людей. Вот там одна из составляющих, там есть описание инвазивных видов, которые там есть, таратан, который, кстати, там тоже распространен. А одна из там активностей будет как раз направлена на людей, которые неравнодушны к проблеме охраны природы. Там будет такой фоторепорт. Это поговорив с искусственным нашим рейнджером, он такой парень, ну это тоже чат GPT, последняя версия. Ну это что-то вроде как аудиогида, обучен, чтобы было людям понятно. Ну с ним только нужно разговаривать, как но мы с вами. Но он более, скажем так, технологически более продвинутый. Да, это последняя версия, и мы его специально обучили. Примерно там несколько миллионов знаков, которые ему заучены. Вот специально он был обучен про ротана, про местные инвазивные виды, про взаимоотношения, про исследования, про природоохранное законодательство. Да? То есть он не просто чат, с которым все привыкли общаться. Он научный, он специалист в этом деле. Вот можно будет отправить фотографию вида, который вам кажется инвазивным, то есть в данном случае в основном это ротан, конечно, будет. То есть можно одним нажатием кнопки, без личных данных, кроме геолокации, будет ему отправить, он сделает первую оценку, это что человеку-эксперту. То есть так мы составим их карту, где они еще появляются, ну и, возможно, чуть-чуть будем иметь представление о каких-то, ну, уникальных, редких случаях, да, куда он еще мог попасть и так далее. То есть мы, с одной стороны, пытаемся изучать этот вид, ну, чтобы было некое оружие против него. Мы моделируем, как условия распространения ротана изменятся с потеплением климата.
Ну, мы это я говорю про наш консорциум, ребят, с которым мы работаем. В консорциуме моделируем как бы через 20-30-50 лет. Он, кстати, далеко пойдет в Европе, да? Он пойдет далеко очень, климат меняется. Ну, он судя по тому, что мы говорили, насколько он приспосабливается и живуч, да, то, очень, по сути, очень. Ему он открыты все водоемы Европы. Все, да. Ну, и мы очень много работаем, вот, ну, как мы говорим, citizen science, как он называется, то есть с ребятами, которые неравнодушны к проблеме охраны природы. Вот мы сейчас делаем для них приложение, и похожие приложения уже существуют в Латвии, да, глобальные, но мы всегда работаем локально. Поэтому я думаю, что изъять его из природы нельзя, но перспективы достаточно позитивные в деле сохранения редких видов. То есть, в принципе, сотрудничая, мы можем это, наверное, сделать. Ну да, то, что вы сказали уже, вот эти эволюционные часы не провернуть назад, нельзя. Как-то полностью изловить Родана тоже физически невозможно. Нереально. И получается, единственное, ну, какое-то решение, единственное, это ну, максимально постараться ограничить его распространение, да. И контроль. Да. Видите, в чем все дело? Дело в том, что все виды никто не эволюционирует сам по себе. Все виды находятся в взаимодействии друг с другом, особенно с теми, кто вот хищник на вас, паразит на вас. Кем вы питаетесь в природе, да? Они все эволюционируют вместе друг с другом, то есть зайцы вместе с волками, те и другие вместе с паразитами, которые у них внутри. И вот этот уникальный состав их и продолжает эволюцию, движет ее в каком-то направлении. Как только в эту систему вы вбрасываете неизвестного игрока, общий ход эволюции будет нарушен, она пойдет уже по другому направлению, чем могла бы идти до этого. Поэтому изъять мы их не можем, но мы можем попробовать, скажем так, минимизировать этот ущерб, насколько, конечно, в наших силах. Мы просто ребята, которые изучают и что-то пытаются сделать в природе. Сил у нас не очень много, на самом деле. Ну, в принципе, получается то, что вы сказали, несмотря на то, что мы здесь фокусируемся больше на ротане, но так или иначе мы затрагиваем другие виды. Вопрос инвазивных видов – это очень комплексная проблема, начиная вот этих мелких различных паразитов, которых мы вот так прям глазом не видим, до более крупных видов. Это вот как рыбы, ротан, еще там 6 видов, как вы сказали, да. Из Черноморья, да. Идут к нам. Идут. Различные раки, та же ендовидная собака, кто еще? Черепахи, их несколько видов, самая, наверное, распространенная красноухая, да. Это все не местные виды, и это мы еще не упоминаем момент вот растений, ботанику. О. И все это в комплексе получается вот таким фронтом, если выражаться таким языком, создает давление на местные экосистемы. Точно. Которые, тут речь идет не о том, чтобы вытолкнуть чужаков, а спасти бы свое. Вот, вы совершенно правильно, да, совершенно правильно сделали такой правильный вывод. То есть задача попробовать сохранить свои популяции, чтобы они как-то в этих условиях приспособились. Вот как-то в этих условиях сделать для них какие-то ниши, где они останутся жить и будут как-то развиваться дальше. Потому что, конечно, из природы изъять все эти инвазивные виды нереально. Кстати, наш рейнджер, зовут его Бронис Рупац, по-латгальски это черепаха тоже, да. В честь той первой найденной здесь, да. Вот он подготовлен и может рассказать вообще про инвазивные виды, про каждый из них и так далее, и так далее. Там достаточно много инвазивных видов, в том числе и растений, которых вообще мало кто может уверенно сказать какой-то вид. Поэтому мы считаем, что очень важно сотрудничество. В принципе, сотрудничество важно биологов, ученых и консервационистов. Очень важно вот просто сотрудничать со всеми ребятами, кто неравнодушен к охране природы. Ну и третья сторона, кто сейчас подключается к этому сотрудничеству, это искусственный интеллект, который, в принципе, стоит и там, да, который может помогать просто обработать большое количество информации. Мы это продолжаем, и в октябре перережем ленточку, сможете поучаствовать в учете инвазивных видов, например, в нашем болотном парке. Мы пытаемся что-то делать, ну, не очень получается много, но то, что мы можем, мы пытаемся. Михаил, спасибо за беседу, было очень интересно. Я надеюсь, наши слушатели сделали для себя очень много важных открытий и примут правильные решения. Конечно, не люблю заниматься морализаторством, но в данном случае действительно тем, кто вдруг какое-то животное у кого-то дома, и он подумал, что хочет его выпустить, ну, пожалуйста, не делайте этого. То есть лучше позвоните специалистам и узнайте, что с ним делать дальше. Тем самым вы не даете животному свободу, а как бы наоборот делаете непоправимое вмешательство в природу. Еще раз, Михаил, спасибо за беседу. Напомню, что сегодня мы беседовали с Михаилом Пупиншем, директором Латгальского зоосада, который вот увлекательно нам рассказал про инвазивные виды в Латвии и не только в Латгалии. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.
На этом программа «Латгальская студия» прощается с вами до следующей пятницы. Над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве Латвийского радио 4. Там доступны все выпуски «Латгальской студии». Кроме этого, программа доступна в мобильном приложении Латвийского радио. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза, Зилупе, Брейли, Краслава, Илуксте, Даугавпилс, Индра, Разокна, Карсава, Малта. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.